Мы вспомнили то, что не показывали еще одну комнату нашу, это наша спальня. Сегодня предстоит очень тяжелый день, целый день на дороге. Ну что, в путь? Чемодан собран. Поехали. Смотрите, здесь какой маленький аэропорт, такой миниатюрный. Liquid tablet, iPad, computer, belt, jacket. Мы первый раз летим Победой туда и обратно. Все очень круто, очень много свободных мест, можно лечь поспать. Вообще нам понравилось, как ни странно. Да, Кис? Тебя что, впустили, что ли? А, я думал, все. Очень тяжело возвращаться домой. Чуть-чуть.